Эй, hey, всем привет, друзья, с вами Крис, вы на канале Крис Плюс Плей, и мы продолжаем Arizona Sunshine. Так, подожди, как? Вот так, хорошо. В прошлый раз мы остановились вот здесь, прошли парковочку, там мост, и сейчас мы остановились вот здесь, перед входом вот в эту, какой-то укрепленный пункт, да, я так понимаю? Что-то мы здесь рад будем сейчас делать. Всех друзей. Может, я тут потусуюсь. Так, where the pavement ends, the old west begins, the all mine, sunny town... Половинка мили. В общем, где заканчивается тротуар и начинается Старый Запад. Ну хорошо, пиздец, да, их там ну, так много. Сложно стрелять. Здесь на самом деле так, не так-то просто, как я думал. Стрелять надо сразу. Хорошо. Арбузик. Спелый арбузик. Больше никого? Больше никого, больше никого. Ну так нормально. Вот этот здоровенный, да? Ты что, охуел? Почему, сука, я не мог к нему попасть? Я попал 4 раза. Это вот с первого раза. А там вообще нихуя не происходило. Просто нихуя. Это же ненормально. Я не знаю, мне кажется, это какой-то лаг игры. Потому что я бью без промаха. Я прям хуярю как надо. Она игра какой-то хуйней занимается. Иногда нормально, иногда не очень. Эта тачка принадлежит шахте старого голландца. 100%. А, сука, ее не открыть. Давай-ка проверим. Ее не открыть. Давай. Закрыто. Проверять машины? Мне понадобится ключ. Ну да, ключ нам не мешает. В билетной кассе. Это сюда? Хорошо. Так, дальше. Идем по-быстрому. Раз, так раз. Не привлекаем особо внимания. Этих пидорасов сверху, да? Как-то здесь странно происходит выбор направления. Так, в машине ничего нет. Здесь мы проверили эту машину. Осталось вот эту проверить. Здесь нихуя. Давай сюда. Сюда. Ну давай, блядь, мать твою. Иди сюда. Здесь тоже ничего. Эту мне не открыть машину почему-то. Я не знаю почему. Ее мне не открыть. Видишь, закрыто. Давай посмотрим, вот в это что есть. Пиздец, а в нее вообще не зайти. В нее, сука, не зайти, она еще и зеркальная какая-то, да? Там даже не видно, что внутри. Даже не видно, просто. Ну ладно, нам сказали идти вот сюда в кассу эту, да? Пойдем в кассу. Так, мне вот куда? Вот сюда. Посмотри. Ага, смотрю. Шахта старого голландца. Подземные шахта экскурсии. Старого голландца. Ну что, так. Подземный хотя бы значит, что солнца там нет. Че такое? А ну давай. Че такое? Че с этим делать? Я не очень понимаю, что с этим делать? Что это за штука? Лично она не работает. Ладно, хуй с ним, пойдем внутрь. Посмотрим, что внутри. Внутри пустота. Пока ничего нет. Неоновая лампа какая-то. Какие-то кнопочки. Можно разбить было, да? Это можно разбить, значит, мне надо как сюда попасть. Как мне сюда попасть? Как сюда попасть? Как сюда попасть? Что здесь полезного есть? Что здесь есть полезного? Пока нихуя. Ничего не взять? Так, обычно на этом нарисовано, что можно взять, что нельзя взять. Вот как вот так. Видишь? Нарисовано. А там не нарисовано. Маска, нахуй. Маску не хочу. У меня нормальная хоккейная маска Джейсона Вурхиса. Или как его там зовут? Помнишь Джейсона Вурхиса? Помнишь его? Я вот, когда маленький был, пятницу 13-ю смотрел, я просто охуевал, как было страшно. Там зомбари. Наверху зомбари. Так. Мне, чтобы их загандошить... Иди сюда, друган. Для тебя у меня кое-что есть. Ну-ка. Он, знаешь, похож на кого? Из «Я легенда». Там был такой же. Там был так... Нет, я к тебе пока не пойду. Пока к тебе не пойду. Хорошо. А вот сейчас я зашел. Не здрасте, не до свидания, да? Так, просто зашел и просто разъебал тебе нахуй. Неплохо. О, ебануться. У меня 2 пистолета. Так. Один у меня будет на кобуре. Видишь, у меня кобура? Вот здесь. Что еще есть? Это можно взять? Нет, это не взять. Можно кепку взять. Она, сука, она не надевается на меня. Я не знаю, почему. Это мне не взять.
Это что такое? Это ничего не взять, это ничего не взять. Хорошо, у меня есть один нормальный револьвер еще дополнительно. Можно с двух револьверов палить, но я это не люблю. В игре Фантом, Codename Phantom, ты это уже мог видеть, как я стреляю с двух рук. Так что здесь лучше смириться с тем, что я не стреляю с двух рук, потому что я нихуя не умею стрелять с двух рук. Я слишком косой. А, ну вот, мы сюда и пришли. Через второй этаж. Видишь как? Сейчас посмотрим. Че это? Ага. Так, нахуй. Тут нихуя. Шеньки нет. Видишь, нет ничего. Ключи. А, ключ от машины. Yes. Так, понятно. Ну как мне? Подожди. Ключ? А, у меня просто будет в руке. Я думал, как-то его выложить, а его выкладывать не надо. Че такое? Это компас. Интересно, а компас можно себе оставить? Компас — это вещь полезная. Хуй знает, куда я забреду, он может мне пригодиться. Но, судя по всему, нельзя. Так, здесь нету. Нихуя, нихуя. Во, вот это заебись. Как него? Че? Держите... Держите падение. Че? Какое падение? У меня два пистолета. Только почему-то они выглядят как-то хуй пойми как. Ну. А, че это такое? Это... Пиздец. Я хочу тебя взять вот сюда. Зачем я выкинул две нормальные обоймы? Не понимаю. Что за дурак? Что за... Чего? Где она? Ай, сука. Как здесь сделано? Уебански это управление. Ты просто ебешься каждый раз. А это что такое? Я не хочу держать. Я не хочу. Как мне нажать кнопку? Он говорит, держите. Нахуй мне держать? Я не буду держать. Сам держи. Отстань от меня. Сам держи. Ладно, хорошо. Выйдем здесь. Что с ними случилось-то, я не понимаю. Почему у меня выглядят они как джойстики? А, типа... Подожди, я что-то не понял. А если... Револьвер, да? А вот здесь ключ. Ключ, понятно теперь. Теперь понятно. Хорошо, разобрался. Идем тогда... Мы сейчас куда? Куда мы идем? Мы идем к машине. Нам нужна машинка наша, дорогая. Ну, это чек. Я... А, вон она. Какая она? Пиздец. Где? А, вот она. Отлично. Это еще работает. Давай-ка вот проверим. Она. Давай-ка. О, хорошо. О, лебедка, да? О, черт! Отключайся, отключайся! Твою ж мать! Вот они, голубчики! Блять! Ёб твою мать! Ну все, пиздец. Пиздец! Ёб твою мать, а чё их так много-то? Чё их так дохуя-то, ребят? Алло. Сука! Ну и пиздец, он меня убил, он меня убил. Почему меня никто не предупредил о том, что, сука, сигнализацию ебаную надо отключать? Это же чушь какая-то. Ой, блядь, это было непросто, это прям волна. Я прям испугался, честно говоря, ребят. Это как-то... О, лебедка, да? Давай-ка я сначала проверю. Да, это нам пригодится. Ну, машина, да, нету, нихуя. Нихуя. Пиздец, а почему она сейчас вообще сработала, эта сигнализация, я не понимаю. Что это за бред? О, черт! Блять! Отключайся, отключайся! Твою ж мать! Вот они, голубчики! Идем наверх? Сука, а мне наверх никак! А мне наверх никак! Блять, ебанулся! Ну заходи ты! Как не закрыть ебучую дверь? На, вот сюда. Здесь стоим. Здесь с двумя пистолетами стоим. А, так. Все, они все снаружи.
И что делать? И хули меня здесь делать? Я не очень понимаю. Они все снаружи, видишь? Вот, видишь, Вилл ебал его. Им не войти, а мне не выйти. Пиздец. И чё? И хули делать? И туда не перейти никак, да? Наверх мне не подняться отсюда, понимаешь? Мне их надо сейчас спустить сюда, здесь их и здесь. Ёб твою мать. Ну это жопа какая-то, честно говоря, ребят. Это жопа. Потому что их там очень много. А я не войти, видишь? Ебалом сюда. Ну давайте, кто там еще есть? Ну и чё? И хули, я так буду и отстреливаться? Чушь какая-то. Чушь какая-то. Ну хорошо, минус еще один. Их просто много, их просто да хуя. Иди нахуй. Вот так, все четко, видел? Заебись. Блять. Приоткрою еще немножко. Ага, хорошо. Ну я не знаю, я в жизни бы делал ровно так же. Если бы. Я бы не хотел туда выходить, я не знаю, кто там стоит. Так у меня хоть какой-то шанс есть. Их слишком много. Их слишком, да, хуя. Сука. Там еще один идет. Ну здравствуйте. Да пиздец ты, ёб твою мать. Все красиво было, ты убит. Все было заебись. Все было четко продумано. Ой, блядь. О, лебедка, да? Глянь сюда, это нам пригодится. А хули мне делать-то дальше, я не понимаю. О, так, черт. Пиздец, и куда мне бежать? Отключайся, отключайся, твою ж мать! Вот они, голубчики! А куда мне бежать-то, я не понимаю. И чё? А мне наверх никак? Мне наверх никак. Пиздец, мне наверх никак. Сука, буду встречать здесь. Бери, еще пистолет, и все, и хуярить сейчас будем. Будем по одному хуярить. Ну давай, ёб твою мать. Какой он бронированный. Так. Пиздец, да? Это просто пиздец. Ну-ка. Ну, в принципе, нормальное место я себе выбрал. Но их очень много. Я не знаю, я сейчас все патроны растрачу. У меня их не так много. Вот в левой руке у меня помощнее пушка. Она хоть поменьше, но помощнее прям. Она чувствуется в ней мощь какая-то. Бабища, а? Я не знакомлюсь, извините, мадам. Ну, нет! Да ёб твою мать, ну какого хуя? Я нажал кнопку, его развернуло на 180 градусов. И пиздец. Ой, блядь. Ладно, ну есть план хотя бы. Будем делать согласно плану. О, лебёдка, да? Да-да, лебёдка. Это нам пригодится. Ебанутое управление, ебанутое. Я бы не знаю, как бы я сделал это управление лучше. Отключайся, но... отключайся, твою ж мать! Вот они, голубчики!
Главное не нажимать эту кнопку полукруг. Если ты ее нажимаешь, то пизда тебе. То би пизда. Вот так. Ага. Два пистолета, кто? Хорошо. Давай, давай, ебанутая. Хорошо. Хорошо. Плохо. Пиздец. Пиздец. Еще одна, ёбнутая. Заметил, какие тут бабы более агрессивные? Мужики, они как-то поспокойнее, что ли? Вот еще одна бежит, фанатка ёбаная. А мужик, видишь, еле идет, ему вообще похуй на все. А нет, активный есть. Наверное, нетрадиционный мужик ориентации. На, нахуй, с двух столов. Любит получать с двух столов, да? В рожу. Звучит-то как неоднозначно. Сука, ну вот опять. Тупая зарядка. Нажимаешь этот полукруг, он не перезаряжает, а разворачивается. В прошлый раз я от этого сдох. То есть, понимаешь? Пиздец, такой отстрел, да, идет? Как в тире. Как в ебаном тире. Ну вот опять. Какого хуя? Почему нельзя было сделать разворот, например, только как иначе? Но не так, не такой хуетой. Сколько их еще? Уже целая куча здесь их собралась. Целая, блядь, куча. Все? Все успокоились? А, еще одна есть. Все, блядь, всех разъебашил. Целая гора. Ебанулся, да? Еще чуть-чуть, и... Я бы охуел, да, еще чуть-чуть. А вот там еще куча есть. Еще целая куча. И что, а мне в машину садиться или куда? Я просто не понимаю. А почему он не хочет сесть в машину и уехать? Почему он не хочет этого сделать? У меня же есть ключи где-то. Нет, у меня... Нет, у меня больше нет ключей. И что дальше? Вот я взял лебедку, а дальше-то куда? Куда я с этой лебедкой пойду? Куда-то сюда? И что мне с ней делать? У меня нету. Видишь? Я взял лебедку, а мне нехуй с ней делать. И что дальше? И хули? Хули толку-то? Куда идти? Хуй поймешь. Так, ну давай. Давай. Ну, пиздец. Какой он мне правильный. Он через забор даже не перелезает. Представляешь? Он не перелезает через забор. Он предпочитает обойти через нормальный вход и выход. Так, лебедку мы взяли. Здесь, по-моему, я не знаю, смотрел, не смотрел. Вроде смотрел, но они... А, вот еще есть патроны. Хорошо. Патрошки — это хорошо. Патрошки — это всегда зоебок. Зачем мне лебедка, я так и не понял. Вот, если честно. И что, а мне сюда не пройти почему-то, видишь? Не пройти. Игра говорит, иди нахуй. Иди, возвращайся назад. И делай там... Что-то там делай. А что я там буду делать? Куда мне идти с этой лебедкой? Сюда можно? А, наверное, вот сюда, да? Мне, наверное, куда-то сюда идти. С ней. Или куда? Я пока не знаю. Ну, давай сюда. Нет, сюда не пройти, сюда не пройти. Сюда не пройти, сюда не пройти, сюда не пройти. Ну, пойдем обратно сюда. Так, значит, сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Давай сходим налево. Может, там что-то упустил налево. Нет, нихуя там нет. Люси, кот... Люсиха, подойдите к шахте. А, ну понятно, все. Надеюсь, это вот сюда. Успела. Это что вот ж, сюда. Давай проверим. Ставьте лебедку. Давай. Ну что ж, поехали. Уеси, да? Прикольно сделано. Красиво прям. Люблю такие механизмы, которые там тут здесь вращаешь, там отпускается, здесь поднимается. Это бы поднять, чтобы зомбари не прошли. Ну да, ну и чё, блядь, и чё? Давайте ещё, подходите, ублюдки, ёбаные, я сейчас всё в жопу надеру. Тебе, ты в синем уродливом блузе, на, и тебе, гандонище.
И тебе, тупица, всем вам по жопе дал. Вот так вот, видишь, как я разъебашиваю их. Прекрасно, черт. Красиво, великолепно. Эту шахту бы лучше прикрыть. А, сука, в шахту не хочется вообще идти. А ну-ка мне в шахту идти. Я вообще не понимаю, зачем мне идти в шахту? Как вот думаешь? Есть идея? Трейл. Это какой-то, да, маршрут для исследований? Ну вот, вернулся куда-то, да? Хуй знает, куда пришел, зачем пришел. Ну, сейчас посмотрим, изучим, узнаем. Это было пиздец, это было не... Ну, как-то так. Знаешь, такая волна зомбарей. Я всегда думал, что их мочить очень легко. Ну, бери, они такие не быстрые, как в этом, The Walking Dead. А на самом деле, они дохуя быстрые. И вот так вот, их, когда их очень много, ты да, прям теряешься, по первости. Прям теряешься. К этому надо прям придрачиваться. Есть кто? Ну, конечно, есть. Есть кто живой. Видишь, какие добродушные люди. Живой. Они тут вроде как все живые, да? Относительно, люди. Конечно же. Они все еще могут быть неподалеку. Пиздец он уродливый. Пиздец он страшный, да? Пиздец он неприятный мужчина. Ну и хули. Почему у меня не разворачивается? Ну, когда мне надо развернуться, он не разворачивается. Я просто этих убью, гандонов. Они меня прям нервируют. Я научился перезаряжать без ебаного разворота в другую сторону. Надо нажимать вперед, а не вбок, назад или куда-то. Вот так вот, раз, вперед. Ну и хули, почему мне ее не убить? Почему мне эту суку не убить? А, бежит. Бежит, сука, в кепке. У тебя что, перегрев? На нахуй. Понял, гандон? Плюшевый. Так, все, поближе к ней. Все, красиво. Видел как? Красиво. Вернемся в палатку. Я просто хотел избавиться от этих уёбков, потому что они нахуй мне не нужны. Во. Ништяк, деточка. Гранаты. Ну, ничего. А вот это пригодится. Как мне их взять-то? Блять, а как мне их взять? Почему он их не берет? А, вот две гранаты у меня висит. Видел? Две гранаты висит. Две гранаты. Это что, блядь, там мне такое ожидает, что мне потребуются гранаты? Что за пиздец мне там ожидает? А, подождите, я вот так хочу. Оп, револьвер. Это что, нажмите, чтобы выдернуть чеку. Это что? Ёптвою мать. А ну-ка. Вот, положил обратно. Давай с револьвера похуярим. С револьвера я еще не стрелял. Интересно, как он будет их убивать. Keep out. Держитесь подальше. Обойма. Маска. О, давай маску такую наденем. Ага, хорошо. Пиздец, да? Хамви. Видел, у него, сколько у него, сука, места. Как в автобусе какого-нибудь... Как он там? ЗИЛ. У вас, ну, помнишь, такой старенький, такая буханка, автобус? А, жалко. Жалко. Я хотел взять автомат, но его нету. И там, в этом автобусе, столько же места, как вот здесь вот. Посмотри, какой он охуенно здоровый. Пиздец, да? Просто ёбнуться можно. Такой он большой. Оба-на. Заебись. Вальтер есть. У меня есть Вальтер или... Как тебе? Пиздец, да? Вальтер и револьвер. Как будто бы оказался в каком-то другом тысячелетии. Вот это. И нахуя их здесь держат? Смотрим. Пиздец, он мощный. В наушниках это особенно хорошо ощущается. Он прям мощный-мощный. Он прям сильный-сильный. Он прям хороший-хороший. А, вот это я не взял. Вот это можно взять. Ага. Туалет. Ну, туалет мне пока нахуй не нужен. Кактус, да, такой? Кактусик. Keep out. Мост. А, туда не пройти. А нахуй мне сюда? Он говорит, через это надо пробраться. А зачем? Зачем мне через это перебираться? А главное, как? Вот, наверху есть хамви с антенной, видишь? Ну, понятно. И чё? И дальше что делать? Что это за грохот? Слышишь какой-то грохот? Бум-бум-бум-бум. Бум-бум. Это что такое? Что это такое? Бочка. Ну-ка. Нихуя. Здесь они просто заложили вход и туда не войти. А он говорит, тебе надо туда пройти. А как туда пройду? Мне туда не пройти. Не туда не пройти. Надо подумать. Надо подумать. Что можно сделать с этим?
Люси Майнс Are This Way. Люси Майнс Are This Way. Ну как? Мне сюда не пройти, понимаешь? Какие варианты есть? Варианты. Ну вот сюда, да? Подожди. Сюда можно? Вот там вроде решетки нет. Или мне кажется, у меня глюки. Нет, нихуя. Мне туда не попасть. Наверх не забраться. Наверх никак не забраться. А я думал, можно забраться наверх, типа, знаешь, и потом уже сверху прыгнуть туда вперед. Но пока не получается это. Пока это вообще никак не сделать. Вот видишь? Хуешки ты это сделаешь. На машину не забраться. И куда идти? Куда мне, сука, идти? Чё я здесь не увидел? Чё я здесь не потрогал? Что я здесь не узнал? Просто я думал, может гранату взорвать там. Но, блин, как-то это тратить гранату на что? А? Маска. Какая-то маска есть. И чё? Ну, там валяется. Нахуй никому не нужная маска. Нахуй никому не нужная маска. А дальше-то чё? Куда мне идти? Я не понимаю. Сюда наверх тоже не попасть. Не назад же возвращаться. Там делать нехуй. Правда? Как-то, значит, сюда? Черт, это не работает. Тут нужен удар посильнее. Посмотрим, с чем можно поработать. Взорвать это? Походу, это надо взрывать, да? Подожди. Где она? Сука! Пиздец! Взорвал гранату, называется. Вот так вот. Вот такая хуйня. Вот так я взрываю, блядь, гранаты. Полудурок ебаный. Черт, это не работает. А вот, подожди. Нужен удар посильнее. Доску я посмотрим, угандошил. Можно поработать. И чё? Меня как-то взорвать, да, наверное, это? Подожди. Нахуй. Иди вот сюда. Заебнись! Ба-ба. Взорвал. Отлично. Сука, четко. Иду. Четко, красиво. Так, разворот. Этих я трогать не буду, пошли они нахуй. Бежит, блядь. Бежит, ублюдок. Бежит, мразь. Все, добегался, долбоёб. Ну что это за... Что это за бред? Почему мне в нее не попасть? Что за хуйня? Я вот не понимаю. Иногда эта игра меня шокирует. Своим, знаешь, непотребством. На всякий случай просто. Чтобы он не оживал. Здесь у меня прям, знаешь, когда я тут пытаюсь пройти куда-либо. Он может оживить, и мне пиздец. Вот и магазин подарков. Как ведь хочется, надеюсь. А, в шлеме, охуеть. Видел? Еще и шлем надела. Опустила вниз. Так, хорошо. А мне сюда пока не надо? Пока сюда не надо? Мне, наверное, куда-то сюда, да, надо? Гляди на ту ярко-красную линию питания. Кому-то тут либо реально недоплачивали, либо он был просто идиот. Так, мне надо, значит, туда идти. Эта линия питания должна как-то туда подключаться. Я стопудов чувствую. Запято. Закрыто. Сука, закрыто. Мне понадобится ключ. Так, ключ где-то внизу, да, наверняка? По закону жанра он внизу. А где ему еще быть? Вальтер. Давай-ка с Вальтера ебанем. Не, подожди, вот это надо. Вот так, ага. Ну, Вальтер какая-то хуйня. Ну, я не мудрено, ему сколько лет? 80 лет до этому Вальтеру. Так гораздо проще, быстрее обычным пестиком. Который у меня есть пестик и тычинка. У меня... Два оружия. Пестик и тычинка. Ребят, какой хотите? Чтоб я вам в жопу. Рычаг. Кажется, эта штука контролирует двери в шахту. Ну да. Ты вундеркинд просто. Нужно электричество. Думаю, надо пойти по линии питания. Так, хорошо. Вот сюда. Хорошо. Пиздец, вот опять. Промахи на ровном месте. Я не понимаю, как они случаются были и люди. Почему. Давай оглянемся.
сможем найти что-нибудь нужное. На всякий случай, я буду им в ебало стрелять, чтобы меня никто не обманул. Понимаешь? Вот что глянь, я хочу. Ключ, неплохо. А тут что? Проверим. Может, что полезное есть? Не, нихуя здесь нету. А тут? Здесь тоже нихуя нет. Компьютер, конечно, пизданутся, да? Монитор. Вот такой монитор. И чё? Мне отсюда не выйти. Мне отсюда не выйти, у меня запер. Он меня, эта сука, запер. Я так и знал, что он падла. Он неоднозначная личность. Он пидорас. Пропал. Видишь? И съебался куда-то. Запер и съебался. Почувствовал, что я получит пизды за свое поведение. И все. Так. Так, сменили. Мы пистолет сменили. Здесь что у нас? Здесь нету нихуя. Надо все лутать. Обысь. О, гранаты. Две, да? Пополнили. Ага. Потрошки. На всякий случай посматриваем. Потрошки. Кто-то там рычит, шипит на меня все время. Вон, да? Идет. Идет, долбоеб. Сейчас заходится. Смотри-ка. Это не я, косо. Это, сука, игра иногда так делает, что я не могу просто почему-то попасть. Хотя стреляю в упор. А попасть не могу. О, здесь ебать, наконец-то. Наконец-то. А, да, Вальтер оставим. УЗИ. Ну, УЗИ это хорошо. УЗИ это прям заебок. Это, слава тебе, господи, наконец-то нормальное оружие. Чё ещё здесь есть? Чё ещё есть? Ну, пистолет, конечно, блять. А чё у меня есть такой? И револьвер, да? В котором нет патронов нормальных. Давай-ка мы заменим. Хотя хуй знает. Нет, не хочу менять револьвер. Просто к нему патронов нет, но он прям мощный. Мне он нравится, этот револьвер. Его приятно в руке держать. Ну, вот что значит старая работа? Старая качественная работа. Это когда тебе удобно и приятно держать в руке. Да? Звучит, конечно, неоднозначно, но так оно и есть. Возьми в руку что-нибудь из себя. В свою руку возьми самого себя. И увидишь, насколько это приятно и качественно. Потому что старая работа. Ведь ты же старый человек, правда? Правда? Ты старый человек? Ну вот. Время час 100. Это пульсометр у меня. Ну-ка, а что у нас здесь есть? Посмотрим холодильник. Нихуя. А нахуя здесь один... Пиздец. Зачем здесь ставить холодильник, да, если там нету? Нет, нихуя. Ну-ка, а сюда? Давай, выходим. Куда? Налево? Камеры. Здесь есть камеры. Я не знаю, зачем они нужны, но они зачем-то здесь есть. Ну-ка. Видишь как? И все, и пиздец. Бесполезно. Кляк. Мы взяли ключ. Короче, что нам требуется? Мы взяли ключ. Теперь мы с помощью этого ключа можем, наверное, что-то открыть. А, наверное, мы можем открыть вот наш этот верхний... вот сюда. Вот это мы можем открыть. Да? Хитро здесь сделали все. Слепой мог наткнуться на эту линию питания. Нужен ключ. Так я взял ключ. Ну-ка, а у меня где-то ключ был, ребят. Я же брал ключ. Я помню прекрасно. Почему нет ключа? Блять. Сука. Я взял ключ, на столе он был. Совсем что ли ебанулись? Я взял ключ. Он был на столе. Я прекрасно это помню. Нет, пиздец, лежит ключ. Ключ. Ну все, ладно, хуй с ним, идем обратно. Без ключа, потому что, пиздец, нам никуда не попасть. Ну теперь мы знаем, как это, что это, зачем это и почему. Вот видишь, как уже быстро получается управлять. А, ёб твою мать. Угу, хорошо. Так, месье, вы идете нахуй и не мешаете мне, пожалуйста, здесь реализовывать мои фантазии и мечты по спасению моей жизнью, спасению. Ёб твою мать, ну какой косой, а? Ну почему я не могу попасть? Я не понимаю, почему я не могу попасть? Что это за хуйня? Откуда вы беретесь? Что это, сука, за пещеры такие? Ребят, вы здесь живете, что ли? Ёпта мать. Просто у меня половина башки, ты посмотри на эту хуйню. Ты посмотри на эту хуйню. Просто угандошил, как... О, бежит. Бежит, долбоёб. Держи. Добегался, уёбок. Здесь тебе говорят, не превышай скорость, не бегай так. Это опасно для жизни. Мадам. А вы-то куда? Куда вы несетесь? Для вам всех что, этих фрейли, тоже пизды там, не хватает. Просто хочу сказать, эта экскурсия, ну, улет просто. Мне тут реально классно. Ну, давай. Давай, хорошо. И куда? Откуда побежит?
А, сука, их там много. Их там дохуя. Давай сюда сходим. О, хуя себе. Это еще что? Так, давай у меня... Нет, я хочу... Нахуй, а это взять. У меня есть автомат. У меня есть такой. А тут у меня револьвер и этот. Ну, сука, не знаю. Ой, давай так оставим как есть. Ну, нормально, у нас уже хотя бы есть два автомата. Видел? Я пока их использовать не хочу. Будем использовать их позже, когда прям будет совсем пиздец-пиздец. Пока еще нормально. По-моему, здесь у меня патроны закончились, да? Ой, пиздец, еще есть. Ты слышал, какой был бабах? Ты слышал, какой был охуенный бах-бах? Сквозь башку ему пролетело. Она настолько быстрая, что она пролетает сквозь башку. Пиздец, она просто охуево... отхуевывает их всех нахуй. Нормально. Давай зомбарей. Запустим энергию. Давай. Как тебе такая энергия? А? Как тебе такая энергия, мужчина? А? Генератор, да? Уверен. Четко, красиво. Так, мы оттуда пришли. Она сюда, сюда, сюда. А тут у нас что? Что у нас здесь? А, здесь можно пройти вот так. По-быстрому. Откуда вот? Откуда эти пидорасы здесь появились? Я же всех угандошил. Всех угандошил. Откуда они взялись? А вот объясните мне, я не понимаю. Это же пиздец какой-то. Откуда они берутся? Это не очень прикольно, когда ты всех расхуярил, и они заново все появились. Такой шмот ко мне прилетел, видел? Руку отстрелил ему. Просто руку отстрелил. Это как этот... Грязный Гарри пистолет. У этого. У Клинта Иствуда, помнишь? Окей. Ничего не получается. Сохранение. Да, он заработал. Твою ж мать. Его работает. Но твою ж мать. У меня нехорошее предчувствие. Что происходит? Заткнись. Ё-моё, голландец, закрой рот. И теперь каждый Фредди вокруг тебя услышит. Пиздец, что происходит, я не понимаю. Отключайся, отключайся. Открываются ворота? Или что это такое? А твою ж мать! Вот они, голубчики. Ебать! Мать вашу, вы ебанулись, что ли? Как не зайти внутрь? Вы ебнулись, ребят. Вы ебанулись. Ну-ка. Нет, 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 нет. Сегодня ты меня не уложишь, приятель. Я буду вот так отбиваться. Ну! Сука, пиздец. Пиздец, у меня закончились патроны. Их очень мало. Ёбаный в рот, блять. Как лоха. Раскрутили, как лоха. Просто пиздец. Как... сука. Как цыпленка меня нахуй шпиговали этими... своими когтями ёбаными. Мало патронов, зря. Это тупая была идея у меня. Окей. Тупая. Ничего не получается. Короче, мы теперь знаем, куда идти. Нам надо вот сюда. Твою ж мать. Спрячемся вот сюда. Твою ж мать. У меня нехорошее предчувствие. А мне нельзя. Опять, сука, наверх нельзя. Мне это заебало. Ну, честно. Ё-моё, голландец, закрой рот. И теперь каждый Фредди вокруг тебя услышит. Отключайся, отключайся. Хорошо, мы вот здесь стоим. И... все, нормально. Вот здесь стоим. И нормально, и хорошо. Вот так. Вот, видишь, они побежали. Прям... ебануться. Просто ёбнуться. Вот они, голубчики. Ты посмотри, сколько их, сука. Какая будет пизделовка? Жесткая пизделовка. Их... нет. Нет, 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 нет. Сегодня ты меня не уложишь, приятель. Я буду пистолетом стрелять в них. Потом, пока перезаряжаюсь, будет автомат включаться. Да, блядь, план был. План был. Ну это пиздец. Надо брать два пистолета, я не знаю. У меня автомат закончился. Закончился. Мне никуда не отойти, нихуя не сделать. Понимаешь? Не, нихуя не сделать. Их пиздец, их очень много. И они бегут толпой. И мне... и все. И патронов очень мало. И хуй ты с ним сделаешь. Ладно, окей. Понятно. Ничего не получается. А как? Твою ну, ж мать. Сука, я даже не знаю. Твою ж мать. У меня нехорошее предчувствие. Посмотри.
Заткнись! Ё-моё, голландец, закрой рот! Ну, теперь каждый Фредди вокруг тебя услышит. Отключайся, отключайся! Твою ж мать! Вот они, голубчики. Да, у меня даже комментариев к этому нет. Это просто охуеть, что сейчас происходит. И я... Смотри, как их много. Смотри, как их много. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Нет, нет, нет. 13. Сегодня ты меня не уложишь, приятель. Пока вроде держусь, да? Пока нормально. Пока более-менее получается удерживать их. Пиздец. Лучше заранее выпустить пару патронов, чтобы перезарядиться. Раз. Сколько патронов у меня в обойме? Я не помню. Два, три. Надо считать патроны, потому что иначе я могу рискую. 4, 5, 6, 7. Раз, два, три. Я перезарядился. Раз, два, три. Пиздец, пиздец. Четыре, пять. Четыре, пять. Так, пока нормально. Немного осталось. Шесть, семь, восемь. Семь патрон. Их не убить. Видишь, их не убить. Сука. Пиздец, у меня закончились патроны. Ебануться. Ебануться, у меня закончились патроны, блядь, что хуй мне делать-то? У меня нет патронов, у меня больше нет патронов, все, пиздец. 25 осталось, 25 патронов. И все, и больше нету нихуя, ну вроде бы, я пережил, да? Вроде бы я пережил. На. Все, пиздец, я пережил эту хуйню. Черт. Ебать, у меня осталось 25 патронов. И все, вот здесь. Полный лед был. Но я смог. А почему, сука, раньше нельзя было открыть? Почему нельзя было раньше открыть? Я не понимаю. Сейчас еще в шахту как-то ебаные спустились. В шахте начнется пиздец, начнется в шахте. Я чувствую, в шахте будет полный пиздатрон. Лучше даже не смотреть, лучше даже не играть. Я не понимаю, у меня осталось 25 патронов. Окей, ну, и 30 пистолетей. Откуда он их взял, непонятно. Темно. Да, да. Пиздец, мне страшно туда идти. Давай, я туда пойду, в эту жопу, в следующей серии. Давай, пока подписывайся на канал, включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии. Подписывайся на паблик. Все ссылки будут в описании под видео. Все, друзья мои, всем пока.